Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь от души посмеяться. С вами Глюк и Юрач. Да, ребята, всем привет! У нас снова для вас Лего Брик Рикс, и сегодня у нас будут полицейские погони в каньоне смерти. Довольный полицейский до ужаса. Подожди, а я какой? Ты тоже довольный. Я с языком, я тебе язык покажу. У нас, кстати, по-разному отображаются, поэтому это не удивляйся. В общем, короче, нашего Глюка ждет в каньоне сюрприз, мазафэга. Так, вот такое вот. Я почти готов ехать. Почти готов? Только машина моя почему-то не едет. Короче, чтобы Глюку жизнь не казалась медом, мы сделаем антиглюковскую погоду. Просто. Это страшный. Добро пожаловать в ад. Страшные, ужасные погоды. Почему у меня машина не едет? Подожди. Наверное, дождь, там грязь на колесах, все дела. Или бензин. В смысле, стой! Почему без со мной ты не едешь, а без меня ты едешь? Подожди меня! Стой! Подожди! Это так... Пидорская тачка, подожди. Это так тупо смотрится. О, она поехала. Будем считать, что это с толкача. Все, Глюк завел тачку, и Глюк сваливает. Нажми L и Q. Возможно, у тебя фары засветятся. L и U. Свет появился? У меня, да, есть противотуманки. Ты, короче, этот, я тебя догоняю, все, давай. Так, да, блин, меня несколько нервирует эта погода, она реально темная и страшная. А ты что такой быстрый? Воу, что произошло? Ни хрен на себе. Это что, это минус игра, да? Ты, возможно... Господи! Я, короче, отвис, и я сквозь тебя проехал. Ты посмотри. Что-то это было слишком сильное столкновение для той скорости, на которой мы были. Ты видишь сейчас моя полицейская машина? Она горит и падает в каньон. Так я разлетелся вместе с тобой. Нет, вроде. Тебя я, короче, растер просто. Ты вообще далеко так это размотало тебя далеко. Охренеть, ребята, ну это просто лайк. Не считая той задержки, которая была. Эй, ты куда? Я поехал. Ты слишком быстро, я поехал. Господи. Оставайся здесь. Где моя машина? Вот. Если я смогу еще справиться со своим управлением. Моя машина до сих пор падала вниз, прикинь. Все это время. Летела просто. Так, я уже выехал за тобой, если что. Так что давай там, текай, хлопец. Давай возвращайся обратно лучше, а? Зачем? Я вот за тобой уже. Я тебя уже нашел. Так. А ты что такой медленный? Эй, ты что лежачий полицейский мой сдвинул? Я не понял. Он в стене был вообще у меня. А ты в курсе, что я тебя догнал? Нет. Ты меня догнал? Но я вообще не знаю, что ты делаешь, такое ощущение, как будто ты пингуешь, как... Я тебя спасу! У меня кадров 17 секунд, что случилось-то, а? Отлично, я спустился на уровень ниже, и я жив. Я тоже. Господи, ой, блин, у тебя просто лаганая машина, походу. О! Все, я восстановился. О-та-та-та, иди в жопу, а! А я просто торможну. Та-т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 а. Ай! На оружие я не рассчитывал. Как тебе я такое? По стеночке и поехал. О, кабриолет. Минус колеса кабриолет просто. Кабриолет-то хорошо. Так, подожди, я перезаряжусь и с тобой приеду. Давай, попытайся. Я быстро как... Мы узнали, что ты любишь бобров. Я быстро резок как понос, ты меня не схватишь. Ты слышишь, да? Я выскользну. Нам, короче, в полиции сообщили, что ты любишь бобров. И что, это противозаконно, что ли? Да, за фиоли... Нет, я этим не занимаюсь, я просто развожу бобров. Господи. Просто классные животные. Ребят, вы видели? Не доходи! Что это было? Вы видели? Я в него врезался. А у меня сначала отлетел капот, потом он проехал 5 метров и сорвался. Слава Брикниксу, слава Брикниксу. Я просто призрачный гонщик, горящий теперь. Я сейчас тебя отгорю. А, не, все, я уже не горю, я поехал отсюда. Ой, мне кажется, сейчас мы опять этот сделаем, да. Мы опять сделали то же самое. Меня прямо пролагивает нехило. Господи. Чего вдруг? Да это машина у тебя говно. И жизнь говно. Все, ну, знаки, я ухожу из полиции. О, вот ты, нет, это вот ты исчез, все у меня. 100 кадров в секунду, вот ты исчез, 100 кадров в секунду. Ты виноват. Я слишком гламурный вор.
War Machine. Слышь, ты как вообще ездишь, алё? У меня классики кабриолетик. Кабриолетик. Господи, у тебя от машины ничего не осталось, ты понимаешь это, алё, дядь? Мне пофиг, я еду, мне хорошо. О, вот теперь вообще топовый кабриолет, отвечаю, просто молодец. Хороший, хороший, добрый кабриолету. Ты чуть полицейского не сбил. О, наконец-то. Наконец-то занесло. Ты меня просто с это... Братан, ты головой... Ой. Я тебе помогу, братан. Да? Я лечу вообще над тобой сейчас. Нет, у меня вот. Хочешь, я тебя убью? Ой. Видишь машины? А почему она левитирует? Магия, да? Шайтан, ты как это сделал? Подожди, я еще выше поднимусь сейчас. Слышь? Еще! Еще! Та-та-та-та-та-та-та! Бляха-муха! Ибо нехер! Это только Гарри Поттера разыграл, ну! Читер, я твою мать! Как ты это сделал вообще? Что происходит? Ты не пройдешь. Магия глюка. Где ты вообще? Я тебя не вижу даже. А, ты здесь. Понятно. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ушел в туман просто. Ты просто ее восстанавливаешь, что ли, в воздухе? Да, я на У нажимаю, короче. Она такая, типа, подскакивает чуть-чуть наверх. Во. Смотри, это лифт. Это лифт. Лифт. А он так работает, что ли? Да. За проезд передаем. Дайте. Слышь, Педро! За проезд не передал. Я заяц. Ты что, Бэтмен? Я Робин. Стой, Робин! Остановите вашу машину немедленно. Немедленно остановите вашу машину. Ты давай на таких скоростях не будем здесь кататься, алё. Братан! Я, конечно, все понимаю, но это жестко. А, блин, я падаю. Отлично. Я люблю падать. Хорошо. Я хочу падать. Я это, передохну немножко. А тут что-то прям неждан какой-то был. Я сейчас догоню тебя. Ты медленный по сравнению со мной, ты просто... У меня еще ракетного... Этот есть, управление. В жопе у тебя ракета. В жопе, ну... В общем-то, да, там есть. Не буквально. Куда ты делся? Уехал. Ой, приехал. Давай, мент. Давай, покажи, чему тебя учат в ментовской школе. Меня учат, сейчас я покажу. Ты только умеешь, что пончики жрать, да? Дай угадаю. Да, машина из-за этого медленно едет. Ну я бы не сказал, ты там вообще 360-ки крутишь просто. Ой-ой-ой, вот это сейчас... Надо красиво как-то быстрее... Ой. Да как это сейчас с физикой? Все, остановите вашу машину, я вам заграждение сделал, все. Вы арестованы, ёпта. Ёпта. Честно говорю, арестованный, ёпта. Не полицейский, а гопник. Ой. Да блин. Господи, да хорош тебе, да я восстановлюсь. Да что такое? Здравствуй. Ты чё, горишь? Ты зачем горишь? Не гори. Я ещё пожарную на тебя вызову тогда. Всё, я уехал. Ты будешь гореть. Ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а! Я живой. Я живой. Тихо, тихо, тихо. Оба! Точно, ты уверен? Да, я живой. А вот и глюк. Неугомонный полицейский. А где ты? Я ниже чуть-чуть. Ёп, бляха-муха. Страшно! Я здесь. Ты горишь. Я горю. Ты горишь. Я просто горячий парень. Горячий? Ой. Слишком горячий. Чё, решил попробовать проехать по бездорожью, да? Ну давай. Чего? Вот это лайк. Сальтуха красивый. По-моему, у меня просто бак взорвался, бензобак. Ну, может быть и бак, а может и не бак. Смотри, я могу в гору ездить. Воу. Что это за фристайло сейчас было? Фристайло. Ракомакафон. О, я сейчас тебе прикол покажу один, смотри, я пришелец. Ты что сделал, а? Засветился. Ураны переел. Похоже на то, да. Давай сиганем вниз, по-братски. Такое хорошее еще предложение полицейского. Ну ладно, давай. Купился, да?
Меня убила собственная машина, как. Это вообще нормально? Воу, 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 я без колес еду. Ехал. О, вот это облегчил я просто тачку топово. Хо-хо, смотри, какая у меня классная тачка. Смотри, какой я легкий стал. Вижу. Ничего лишнего, просто идеальная полицейская тачка. Даже полис сохранилась. Руль 4 колеса. Даже фонарь. Фонарь даже есть, больше ничего не надо, вообще идеально. Мне вообще фонарь не нужен. Ты слишком урана. Иди сюда, я тебя облучу. Нет. Она у меня не управляется по этому бездорожью. Ты меня отлучишь. Отлучишь от цепи. У тебя двигатель отлетел, братан. Это все ты, Педро. Дон Педро. Мою идеальную тачку. Ой. Ну что ты мне капот оторвал? С колесами. Кто здесь вообще, между прочим, закон? Я, видишь, я полицию табличку забрал. Я закон. У меня еще две таких таблички, иди сюда. Так, я, короче, в гору поехал. Я сейчас отзаконю тебя по полной, слышишь? Нет, я уехал. Ну что, ты готов? Да. Давай, раз, два, три. О, да, я даже спидометр покажу. 200 уже еду. На старт, внимание, морд. 280, 300. Ба-бам! Ты улетел. Я остался. Ну да. Ты еще над мостом? Я парю. Все, ты уже вниз полетел. Ну я-то, кстати, целый, я живой. Но... У меня задняя часть... Она еще и ездит! Ой! Братан, я сквозь карту упал в текстурке. А где ты? Я еду к тебе. А чё ты разлетелся раньше времени, а? Ты чё, на моей же машине? Да. Это законно вообще, нет? Законно. Ну-ка давай в обраточку едь. И я еду, давай. Джаз дует. Сейчас вот дует. Я вышел. Чё? Я вышел из машины. А я лечу. Вижу. Я просто лечу. А ты чё, бессмертный был, что ли? Ну, я вообще, меня почти не похоцал, я на ходу еще. Ты бессмертный был. Нет, нихера себе. Тут поворот. Не, вот это интересно. Я не бессмертный, я не знаю, что это было. Ты не охренел ли? Я пошел отсюда. Че, мои трюки показываешь, да? Ну-ка иди сюда. Все, я могу ехать. Или не могу. Ёппа мать! Это было неожиданно. Это было странно. Да. Блин, ну я думаю, что на этой ноте можно заканчивать. Сегодня получилась довольно-таки трэшовая угарная серия. Господи, почему я опять умер? Вот такая вот была сегодня эпичная серия. С вами был Юра Чеглюк. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи. Всем бобра! Уехал он в закат, понятно.